Я думаю, что сегодня был достаточно тяжелый матч на тяжелом поле. Футбола как такового было немного, его было мало, больше было борьбы. При этом понятно, что мы были ближе к победе. И в первом тайме у нас было два хороших момента, когда попали в перекладину. И мяч непонятно куда там отлетел, пока не видел еще повторов, но тем не менее там могли забивать. Ну и, естественно, пенальти, который на последней минуте не реализовали, к сожалению, не позволил нам выиграть. Ну а так набрали одно очко, в принципе, тоже движение вперед. И уверенно и надежно сыграли в обороне, практически не дали сопернику создать каких-то моментов у наших ворот. У меня все. Если есть вопросы, пожалуйста, коллеги, задавайте вопросы. Евгений Александрович, сегодня дебютировал Кирилл Камбаров за команду. Как оценить его игру? Ну, я считаю, что сыграл достаточно хорошо, уверенно. Опытный игрок, игрок достаточно высокого уровня. Конечно, для нашей команды это большая помощь, подспорье для молодых ребят. Играть рядом с игроком такого уровня всегда полезно. Поэтому уверен, что он и сегодня нам помог, и дальше поможет. А имея в воротах вот вратаря такого класса, значит ли это, что полевые игроки чувствуют определенную долю надежности и более как бы легко идут вперед? Ну, естественно, вратарь всегда от вратаря многое зависит. Писяков Сергей, вратарь хорошего уровня, как вы правильно заметили, поэтому, безусловно, для, опять же, для нашей молодой команды это хороший момент. У вас тоже вратарь сегодня хорошо сыграл. Да, мы заметили. Имеете в виду последний игровой момент или ну, в да. целом? Ну и в целом, на ноль сыграл тоже. Молодец. А что можете сказать по поводу назначения пенальти? От вас он был ближе, чем от скамейки Волги. Вам, наверное, виднее этот эпизод был? Вы согласны? Мне показалось, что там заплели ноги, да, бока его. Он был на мяче и задел, видимо, игрок Волги ногу нашему игроку. Поэтому, тем более, судья там был ближе гораздо, да, чем мы с вами. Поэтому ему видней. А если он назначает этот пенальти, значит, там пенальти действительно был. Там еще был момент, когда у нас Пантелеева там держали за майку. И сейчас я у него спросил в раздевалке, мы же там его придержали, но судья в этом моменте побоялся свистнуть. Есть еще? По совокупности. По совокупности, да, назначил, но надо забивать.